мы с Саней... Что ты снимаешь? И с Димоном... Путь. Рванули в горы, в Карпаты и с нашими женами отдохнуть. Но на самом деле мы сюда поехали, чтобы протестировать велосипед. Мой велосипед. Это подвес 21 года скальпеля Сань. Вообще, вы меня часто просите снять о том или ином типе велосипеда. Я подумал, почему бы не снять, для кого нужен подвес. И вот мы в этом видео как раз расскажем, где он нужен и в чем его преимущество, и на какие нюансы стоит обращать внимание. Очень сложно снимать какие-то постоянно полезные видосы. И мы решили снять для разнообразия такое вот видео в виде влога. Я надеюсь, вам понравится. Парни, все взяли с собой в дорогу? Ну, мультитул у меня есть, он у меня тут спрятан. Я просто не люблю, когда все в карманах, поэтому я сюда приматываю. Обычно я еще камеру приматываю на подсиделку, но сейчас мне было лень. У нас тут без камер. Я тоже залили герметик сегодня утром. Поэтому мы взяли с собой еще шило специальное. Это такой известный производитель Диноплуг. Такое вот шило интересное, металлическим наконечником, который остается внутри. Потому что когда вы обычный жгутик засовываете, он часто выходит вместе с шилом обратно. Этот жгутик, его надо как-то засовывать. А это прям останется. Ну и, соответственно, накачать это колесо. Я с собой обычный насос не вожу, потому что он громоздкий. Можно взять CO2 вот с таким маленьким наконечником. А его хватает на одно колесо минимум. Даже можно попробовать накачать полтора колеса. Ну, у Сани такого стежки-то нету. У меня есть сумочка, это вторая сумочка, шестит. Значит, мультитул Лазерман внутри, набор шестигранников, насос, запасная камера, три бортировочные набора. Вы спросите, зачем три? Ведь нужны два. Но вдруг один сломается, а мы в горах, медведи, все дела. Ну, это у тебя там все, трусы запасные. Ну, как? У меня одни под памперс. Ну, потому что спуски будут страшные, надо запасные трусы брать. Да, это ж я тот человек, который поначалу на носки натягивал бахилы, а поверх обувь. И без камерка обязательно. Прикольно, что она очень быстро устанавливается на эти велосипеды. Вот мы прям сегодня показали. Мы на два колеса затратили меньше 10 минут. Да, да, это вообще факт. Очень просто. Не мы, а ты, давай так. Да. Ну, если бы мы, то это мы затратили бы полчаса, наверное. А так, я справился за 10 минут. Часто спрашивают, зачем нужен такой огромный диапазон, кассеты и звезды типа 50, 51, 52. Так вот, когда вы едете длинные подъемы и устали... О, движками-то. Все, надеюсь, она заклеилась. Вот даже давление почти не спустило. В этом плюс без камерки. Даже камера бы уже, наверное, спустила почти полностью. А чем пробился? Все для контента. Уч. В общем, наш велосипед, подвес, это как трактор. Он реально гребет везде. Может быть, медленно едет, но проедет почти везде или всюду. Специально для того, чтобы лучше контролировать велосипед на спуске, особенно вот в такой грязюке, но его не будет заносить. Я вот держу только передний тормоз, реально его тяжело, чтобы колесо занесло. А задняя резина, а у него протектор больше поперек стоит, для того, чтобы можно было взобраться в гору, и вам хватало сцепления. То есть тут уклон реально большой, я думаю, больше 20%.
но при этом мне хватает сцепления заднего колеса, чтобы заехать. И чем короче задние перья, тем лучше будет сцепление заднего колеса. Ой, тут уже совсем скользко. И здесь стоят одни из самых коротких перьев. Это тоже очень важно, когда вы едете. Вот у нас сцепления хватает. Иногда, когда дорога ровная, и вы едете, например, в гору, либо вам надо сделать ускорение, необходимо включить блокировку. Стоять! Ребятки, если вы любите горы, леса, зеленые велосипеды, вам сюда. Василий сейчас расскажет вам, как правильно путешествовать и устанавливать палатку в условиях соревнований. На самом деле, очень прикольно, что вы можете на байке забраться в такие места, где видно все. То есть мы забрались на вершину по самой короткой дороге и заехали ее полностью, не шли пешком. На каком-то гравеле, на туринге это было бы почти невозможно. Изи. Изи? Да, конечно. Я бы на топ-стоуне сюда заехал бы тоже. Звезду поставить, как у тебя, читерскую. Сзади и спереди. И сзади, и спереди. Спереди такой маленький, сзади вот такой вот. Не, на самом деле не хватит сцепления, мне кажется. В любом случае, даже если у тебя будет слишком большая звезда, сцепления не хватит. Согласен, да. Но на туринге, если плюсовый, там 3, 2,5, 3, чтобы колеса были, заедешь. Так а зачем, если есть подвес? Мне кажется, на подвесе будет намного легче и быстрее. Так на туринг можно палатку повесить и вот здесь в красивом месте остановиться, отдыхать. Но все-таки маунтинбайк это не палатки, это спорт больше, когда хочется напрячься. Покатиться, больше проехать. Ты на туринге сколько ты проедешь с этой палаткой? Просто я уже прошел через это, скоро и ты дойдешь. Я, конечно, 300 километров не катаю, но мне всегда больше нравится более эффективно проводить время, а не тратить 10 часов на какие-то поездки. Лучше 2 часа, но эффективно. Выбирайте маунтинбайк. Забрались мы в гору. Можете заметить, что наша покрышка 2.25 превратилась в 2.4. И прикольно, что эта рама разработана под ширину покрышки 2.4 дюйма. Сейчас у меня 2.25 и остается реально вот такой вот зазор с каждой стороны. Особенно это актуально для передней вилки, потому что обычная вилка имеет корону, и эта грязь просто здесь забивается, не дает вашему колесу крутиться. Вот в лефте, конечно, это прикольно, что здесь огромный зазор слева и просто безграничный справа. Вообще можно не беспокоиться, что переднее колесо забьется. Если вы хотите приобрести себе велосипед для гор, обязательно обращайте внимание на грязевой зазор, потому что вам в любом случае захочется поставить широкую резину, минимум 2.25. Сейчас, Вася, показываю тебе, как правильно здесь ехать. Это не туризм. Я хотел сказать. Вася, берешь свою сильную руку. Я не подниму так высоко. Опа! Привлекаешь всех медведей в округе. Задеваешься за веточку, но тем не менее. Перекидываешь туда. Дальше. Тебе надо припарковать велосипед. Теперь ты берешь за нормальные ветки, перелазишь. Значит, смотри. Какой ты рост? 1,86 м. Опа! Вот, страчу. Ай, сел на кол. О, больно. Нет, чувак, я, конечно, ради кадра многое могу, но здесь все-таки можно вот так. Кат, давай такой, типа. Вот и перелез. Все, да, я перепрыгнул. Есть. Гном Василий. Я могу проехать вместе с великом. Это преимущество.
это не парадоксально, но подвес может ехать в гору намного быстрее хардтейла, особенно когда очень много неровностей и камней. Ваш велосипед не прыгает в этих камнях, сохраняет контакт с землей, от чего улучшается сцепление, и просто можно подкручивать, не боясь, что колесо сорвет. И не обязательно приставать, потому что вас не будет кидать на подвесе на этих камнях, и вы не будете подпрыгивать. Но вот если я заблокирую сейчас подвеску, у меня начинает просто кидать заднее колесо, и намного сложнее ехать, скорость реально падает. А с активной подвеской колесо просто обволакивает камни, поэтому парадокс, ну а в гору подвес может ехать быстрее. Хорош. Только что-то у него утолщение не хранится. Надо почесать. Саня, как думаешь, для чего нужен подвес? Для того, чтобы ты понял, какой крутой туринг. То есть ты бы тут поехал на туринге в удовольствие, правда? Я по такому и катаюсь, собственно, в удовольствие. Ну только с сумками, палатками. И не так, как сколько мы 15 км проехали. Я к этому моменту уже 120 проезжаю. Ну да, по таким горам как раз. Ну по таким я редко как бы. Я больше беру. На самом деле есть несколько категорий людей, которым понадобится подвес. Это если вы часто выезжаете в горы. Если вы технический задрот, потому что подвес все-таки намного сложнее, чем какой-нибудь шоссер, либо хардтейл тот же, у него есть подвеска, она может быть однорычажная, многорычажная и так далее. Подвес подойдет тем, у кого есть проблемы со спиной, потому что реально подвеска будет сглаживать все удары, и на спину нагрузка будет намного меньше. Плюс ко всему подвес прощает много ошибок. То есть вы заехали в какую-то колею, попали на какой-то камень, высока вероятность, что с хардтейла вас выкинет. Стой! Через руль. Колея. Опасность. Выкинет через руль. Хардтейл. А с подвесом все-таки подвеска будет прощать ваши ошибки, и вероятность упасть уменьшается. Поэтому если вы еще учитесь кататься, либо вообще хотите быстрее ехать с какого-то опасного спуска, то, конечно, подвес подойдет намного лучше. Наверное, это основные бонусы, кому нужен. Мне он лично нужен для гонок, потому что это самый, наверное, универсальный велосипед. Если марафоны, вот как раз мы едем по трассе марафона, проходят по такой дороге, там есть и камни, и речки, и корни. И реально ты не устаешь на подвесе, когда едешь. Ты можешь ехать там 3-4 часа, 5 часов. Меньше устают руки, меньше устает спина. А реже надо вставать на каких-то кочках, чтобы не било задницу. Можно больше сидеть, эффективнее давить. Поэтому в марафонах, в частности, чаще используют подвес. Ну а если брать профессионалов, то это, наверное, 99% профессионалов используют подвесы на гонках. Если попали в одну из этих категорий, то все-таки вы можете брать себе подвес. Я в этом году и в следующем покатаюсь на подвесе. А вообще для Киева, наверное, все-таки лучше брать хардтейл. Там все-таки все укатанное, но это более универсальный велосипед. Хоть он и весит в среднем на 1 килограмм больше. Но единственный минус, что надо обслуживать, конечно, подвеску, перебирать. Но горный велосипед, в принципе, весь надо обслуживать. Даже если не брать заднюю подвеску, у вас есть передняя подвеска, вилка, тормоза гидравлические, коробка, переключение, цепи и так далее. Но там уже не сильно страшно, что у вас появится подвеска. Я бы, конечно, не сильно рекомендовал покупать подвесы до 3000 долларов, потому что реально там будет рама, ну, достаточно низкого уровня, лучше взять все-таки хардтейл более высокого уровня. А вот все, что выше 3000-3500 баксов, можно смотреть на подвес. Он, конечно, будет дороже хардтейла приблизительно на 700 долларов, ну, так, ориентировочно. И у него может быть, конечно, хуже оборудование, чем на хардтейле, но
разница уже будет не такая большая, как на велосипеде за 2500 долларов, потому что картел вы можете взять реально хороший за 2500, а вот подвес это будет, ну, такой себе велосипед на самом деле. Эх, вот это ты, пацан! Очень круто, что 17-го года на этих стальпелях есть место под две фляги. Сюда и сюда. Мало какой подвес позволяет поставить две фляги для марафона, для длительных поездок. Это очень-очень актуально. Сейчас мы тренируемся в плохую погоду, не так жарко. Поэтому мне одной достаточно, я одну пока поставил. Но немногие производители делают подвесы с двумя флягами. Кстати, берите для подвеса только с боковой загрузкой флягодержатель. Что рама будет мешать сунуть, так намного проще. В общем, прикольно в этом байке то, что они занизили стендовер. Это вот эта вот верхняя труба, когда низко стоит. И, соответственно, она не мешает, во-первых, паховой области. Обычно М-ка, у меня здесь даже палец не пролазит. Ну, может быть, полтора, в зависимости от рамы. А здесь, мало того, что это подвес, влазит фляга снизу, так еще занижена верхняя труба. Это офигенная штука, потому что можно более агрессивно ехать, можно коленями вот так вот изгибаться, то есть реально дает больше возможности перемещать свое тело и коленями не ударяться о раму. Это прям чувствуется, что стало на спуске, на ковырялове намного комфортнее и безопаснее ездить. А еще это, как мы говорили с Аней, очень прикольная полочка, на которой можно сидеть. Это, кстати, самое лучшее в этом велосипеде. Офигенно удобная, кстати. Я не знаю вообще, зачем взять, это еще и часть мебели. И вообще и на улице, причем отдохнуть, куда-то поехать, сесть в красивом месте, посмотреть. Я считаю, что для этого стоит брать такой велосипед. Причем можно не такой, как у тебя, можно подешевле версию взять, всего за 4000 долларов. Ну, на самом деле, да, я очень часто просто так сижу в ожидании чего-то, и это очень прикольно, не надо не скатываешься, ничего тебе не мешает. Прям фишка такая, надо добавлять в описание, как технологическая. Ну, это когда ты уже до финиша доехал, в ожидании всех остальных вот этих, ты сидишь, как бы ждешь, типа, такое. Ну, да, где они там едут, типа. Я сумочку только еще надо. Чтоб кофе там достать, да? Да, да. Разложись и... Разложиться, это говорят, когда ты со спуска едешь, и упал, и ты разложился. Это про тех, кто раскладывается на спусках, а ты уже на финише сидишь, на удобной полочке, и раскладываешься. Но я думаю, что с такой сумкой до финиша не сильно ты и доедешь. Поспорили мы с Лорой, что мультитул не запачкает. Я сказал, что мы по грязи проедемся, и мультитул останется чистым. Я был уверен, потому что сюда реально тяжело залететь грязь, а во-вторых, тут есть язычок, который будет прикрывать. Он не зря придумал. И сегодня, как видите, я выиграл бутылку вина. Парам-пам-пам. Я его не мыл. Ребята свидетели. Только протирал. Он помыл перед въездом, я не верю. Спасибо за треньку. Блогеры. Некуда тебе тыцнуть. Два. Жрать пошли. Готовим байк к завтрашнему выезду. Он должен быть чистый, чтобы мы первые кадры сняли, и он был красивый. Аккуратно моем с пенкой, для того, чтобы меньше царапать раму вот этой грязи. И постоянно смачиваем губку и стряхиваем старую грязь. Идеально, конечно, сначала просто пройтись какой-то напором небольшим воды. Но у нас, к сожалению, нету, поэтому будем вот так вот с пенкой. Это может показаться вам задротством, но в целом так обслуживают велосипеды профессионалов после гонки. Вот так вот прямо губкой и водой. Потому что во время мойки можно обнаружить какие-нибудь там трещинки, поломки. Поэтому рекомендуется почаще мыть, чтобы грязь не застывала. Особенно вот эти вот части протирать. Там, где штоки, вилки и заднего аморта.